Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. При том, что Amazon как-то на слуху и все знают, что он есть, и по капитализации он, по-моему, обходит Google, в плане технологий он как-то совсем не так заметен, как гигант из долины. Я, конечно, имею в виду рядовых пользователей из России. Специалисты знают, что Amazon — это серьезный игрок на рынке. Вот это все сервисы, которые предлагает Amazon. По-моему, тут больше 150 разнообразных решений. Но сегодня для старта, так сказать, мы рассмотрим приложение, которое входит в комплект приложений для бизнеса. Хотя им могут пользоваться и физические лица под названием WorkDocs. WorkDocs — это облако, но в первую очередь это облако, заточенное под совместную работу. Это сетевая папка с 1 терабайтом на пользователя и системой управления доступом. WorkDocs — идеальное решение, если у вас есть необходимость хранить на облаке большие объемы данных, например, видео, фото, какие-то большие проекты, совместно их редактировать и, главное, не терять их в случае ухода сотрудника или при каких-то иных обстоятельствах. В WorkDocs есть возможность отключить доступ к папке сотрудникам при сохранении контента. То есть ситуация, когда у коллеги украли-забрали компьютер и вы потеряли проект, здесь исключена. WorkDocs входит в комплект из вот этих 170 приложений Amazon, а значит для его подключения нужно иметь здесь аккаунт. Аккаунт корневой, а не просто юзерский. Заводим аккаунт, а пока я расскажу об Amazon. Сервисы Amazon в России не распространены, про них мало кто знает, и я, честно говоря, столкнулся с ними впервые, поэтому что-то буду говорить на уровне вероятнее всего, по меньшей мере по ценам. Данные кредитки нужно ввести, но списываться у вас ничего не должно. Насколько я понял, но проверить я смогу это только через 12 месяцев, сервисы бесплатны или условно бесплатны. По меньшей мере 12 месяцев, о том, насколько они бесплатны и по какому принципу, можно посмотреть здесь. Тут гора сервисов, но можно выбрать, во-первых, по степени бесплатности, во-вторых, по направлению. Видите, тут есть, кстати, совсем бесплатные. Нас интересует эффективность бизнеса, и тут мы узнаем, что WorkDocs с 1 терабайтом на пользователя бесплатный 30 дней, а дальше по $5 в месяц за пользователя. Или в пересчете на цифру за терабайт. Я не до конца понимаю по ценам, в том числе потому, что WorkDocs есть в программе Teplodigital. И уже за детальной информацией по ценам лучше обращаться к ним. Ссылка на скринкаст по программе в описании. Teplodigital дает возможность НКО в России получать программное обеспечение бесплатно или с серьезной скидкой. И у меня WorkDocs как раз по этой программе и как раз терабайт. Вообще, Amazon какая-то сложная система расчетов, и тут скорее, если мы продолжим знакомство с Amazon, я буду более детально все изучать и проговаривать. А пойму я это по просмотрам, лайкам и комментариям. Так что голосуйте этими самыми лайками и комментариями. Сегодня я скорее хочу показать, что Amazon есть, есть у него очень полезные сервисы, и один из таких мы как раз сейчас и пытаемся подключить. У него какая-то странная история с часовым поясом в админке, с этим я вообще не разобрался, но раз Ирландия работает, пусть будет Ирландия. Тут мы делаем быстрый старт и придумываем адрес, в каком-то смысле ник для организации. Email администратора и ждем, пока статус не поменяется на активный. Минут 10 примерно. Так, это не тот аккаунт, сейчас другой браузер. В общем, зайти я сразу не смог, оказалось, что даже если вы создаете аккаунт WorkDocs, вам все равно нужно зайти в почту и перейти по ссылке. Все, кого вы будете приглашать, будут попадать сюда именно так. Еще раз логин, пароль. Такую процедуру будут проходить все новые пользователи, и вот он, запредельно простой и аскетичный WorkDocs. Взяли файлы, закинули файлы. Создали папку, перенесли файлы в папку. Из таблиц они не переносятся, ну или через Move. Поэтому включаете отображение «плитка», по-моему, это называется, и просто перетаскиваете. Файлы можно расшарить, либо пригласить кого-то для командной работы. Но так как команды у нас пока нет, просто расшарим. Опять же, в приоритете тут члены команды, при таких обстоятельствах бесполезно отправлять ссылку кому-то вовне. Человек не из команды не скачает файл. И даже для членов команды мы можем установить дату удаления и пароль на файл. А вовне вы можете отправить файл только в таком случае, причем только для просмотра. Но и скачать в таком случае человек его сможет.
Все, заведем команду. В панели администратора мы можем добавить пользователя. Ему придет инвайт на почту. Он его должен принять, и после этого нас в команде станет уже двое. После этого вы сможете менять статус приглашенного, установить ему лимит на диске или вовсе его дезактивировать. А человек теперь является членом нашей команды, и если он закинет на диск какой-то файл и пригласит меня, то у него этот файл появится в закладке «Расшаренные мной», а у меня он появится в закладке «Расшаренные со мной». Вот такой сервис, предельно аскетичный, и во многом этой аскезой он и привлекает. С хорошей скоростью, ну и главное, у меня есть на нем терабайт. А это первое облако, на котором у меня есть терабайт. Все, любите друг друга, и пусть в вашей жизни никогда не прозвучит фраза «Ой, у меня диск накрылся, а на нем все». Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.